Давайте скажем слава Богу за этот прекрасный день, который мы могли прийти на это место. Сегодня для начала моей проповеди я хочу прочитать Псалтырь с 3 главы 1 до 4 стиха. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, нас услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Как мы видим, что Давид всегда, у него была хвала на сердце, его псалмах, что мы могли прославлять его имя. Для начала я хочу прочитать Матфея 5 главу, и моя тема будет называться «Блаженство». Я прочитаю Матфея 5 главу, 1 по 10 стих. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Давайте зададим себе пару вопросов. Из каких блаженств самое главное? Думаю, что вы согласитесь со мной, что это чистота сердца. Если мы не находимся в чистоте сердца, то мы не узрим Бога. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли всегда, чтобы у нас было всегда чистое сердце, а Ему прибудет вечная слава. Аминь.